Более 8 тысяч деревьев высадили в мегаполисе в рамках республиканской кампании «Таза Казахстан». Аким города Алматы Ерболат Досаев принял участие в массовой посадке саженцев в сосновом бору. Стоит отметить, что в этом году впервые организовали онлайн-трансляцию субботника на двух локациях города – на территории экопарка «Сосновый бор» и в индустриальной зоне. Амина Усенова также приняла участие в масштабной акции. С самого утра экоактивисты, волонтеры и жители мегаполиса активно принялись к озеленению и благоустройству Алматы. В рамках республиканской экокомпании «Таза Казахстан» и акции «Алматы. Город-сад» в городе прошла массовая посадка деревьев, закладка яблоневых садов. Масштабную кампанию поддержали казахстанские звезды, депутаты и разные организации. Это очень символично. Почему? Потому что здесь все неравнодушны к городу и, наверное, сегодня особенность в том, что сегодня в основном фруктовые деревья мы сажаем, чтобы через какое-то время наш город, который всегда был известен своим опортом, фруктовыми ягодами, мы чтобы вернули вот эту былую славу. Проходит акция «Алматы – наш общий дом». Проходит очень-очень-очень много разных мероприятий. Мы сегодня посадили деревья. Каждый из нас вносит лепту при украшении нашего города. Я хочу поблагодарить каждого, сказать спасибо. Алматы – это наш общий дом, друзья. Глава мегаполиса Ерболат Досаев также принял участие в посадке саженцев в экопарке «Сосновый бор». По словам специалистов, здесь внедрена система капельного орошения, чтобы обеспечить лучший уход за растениями. Совместными усилиями всего за один день в Алатауском районе посадили 500 яблоневых и столько же абрикосовых деревьев. Здесь посажено около 1000 деревьев, 750 из них плодовых деревьев, яблони и абрикос. 250 – это большелиственные деревья. Все деревья будут в Алатауском районе обеспечены капельным орошением. Эту систему впервые внедрили в 2020 году в Алатауском районе. Каждое дерево получает необходимое количество воды. Теперь у разных точках города вскоре расцветут прекрасные яблоневые сады. Всего же в этот день во всех районах города посадили более 8 тысяч зеленых насаждений, в том числе свыше 4500 плодовых, около 1000 лиственных деревьев и более 2500 кустарников. Амина Усенова, Хангельда Ахметханов, телеканал «Алматы».